Итоги уходящего года подвели в Одинцовской единой дежурно-диспетчерской службе. Организация неоднократно становилась обладательницей различных наград. В 2016 году Одинцовская система 112 заняла первое место на конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципального образования Московской области». Кроме того, она была признана «Лучшей ЕДДС муниципального образования Центрального регионального центра МЧС России». Сотрудники организации продолжают держать высокую планку. Глава района Андрей Иванов лично поздравил специалистов, показавших высокие результаты в 2018 году. Мы сразу задали высокую планку, и когда только создавалась служба 4,5 года назад, мы потратили приличные денежные средства, чтобы оснастить всех операторов рабочими местами, чтобы у нас здесь было и ВКС, и выделенные линии, и сервер для хранения информации. Сюда же мы завели систему «Безопасный регион». Постоянно, ежегодно мы обучаем наших сотрудников в специализированном центре в Звенигороде, повышаем качество услуги, качество ответов, взаимодействия со смежными службами. И на сегодняшний день то, что служба ЕДС Одинцовского района занимает первые лидирующие места и в Подмосковье, в ЦФО, и даже в России мы заняли второе место, говорит только о профессионализме наших сотрудников. На сегодняшний день в штате службы работает 45 человек. Из них 40 – дежурно-диспетчерский персонал. Ежедневно на суточную смену заступают по 10 человек. Это квалифицированные специалисты, прошедшие тщательную подготовку. Ведь именно от их профессионализма зачастую зависит жизнь и здоровье людей. У нас самое значительное обращение – это служба скорой помощи. Значит, вторая позиция – это у нас обращение в органы внутренних дел и пожарная охрана. Мы в 2018 году получили первое место по Московской области, первое место в Центральном федеральном округе и второе место мы заняли по Российской Федерации. И это складывается из профессионализма наших сотрудников, четкой и слаженной работы коллектива, выполнение поставленных задач. Оксана Кожевникова в Одинцовской ЕДДС работает более 3 лет. Благодарственное письмо от главы района, заслуженная оценка ее труда. Женщина признается, несмотря на тысячи звонков, многие случаи до сих пор пропускает через себя. Результатом своей работы, да, мы довольны, когда вот сезон грибов, кто-то теряется в лесу. И вот ты ждешь, потому что переживаем за людей все-таки. В основном пенсионеры довольны, когда вот быстро находят, когда с людьми все, слава богу, здорово. В 2018 году в Одинцовскую службу ЕДДС поступило около 360 тысяч звонков. А всего с момента основания в 2014 году жители района набрали номер 112 более 1 миллиона раз. Екатерина Ярова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».